Житель Татарстана в пьяном угаре вообразил себя быком и в буквальном смысле попытался забодать автомобиль скорой помощи. Сначала нетрезвый хулиган прилег отдохнуть прямо на асфальте. Прохожие подумали, что ему стало плохо, и вызвали медиков. Однако с их приездом больному внезапно полегчало. Он вскочил на ноги и с разбега протаранил спецмашину, пробив головой стекло. После столкновения пациент снова оказался на земле. Однако, когда медики привели его в чувство, он вообразил себя уже боксером и стал провоцировать фельдшеров на драку. Поэтому им на помощь пришлось вызывать сотрудников Росгвардии.